повернули время вспять. Россияне снова перешли на зимнее время. Хорошо это или плохо? Мнением жителей Чувашской республики интересовалась Юлия Важенина. Ночью 26 октября Россия ненадолго вспомнила старую традицию – перевод часов на зимнее время. А утром сбылась мечта всех трудоголиков – на час в сутках стало больше, всего на один день. Кстати, стрелки часов на этот раз перевели надолго и всерьез. Как реагируют на смену времени жители столицы Чувашии? Искать ответ на этот вопрос съемочная группа национального телевидения отправилась на улицы Чебоксар. Ну, это, конечно, самое больше поспать можно. Больше дел сделать. Сегодня проснулся пораньше, хорошо себя чувствую, на работу иду с хорошим настроением. Темнеет позже. Разве не раньше темнеет? Ну, темнеет раньше из-за того, что переводим. Нет, сейчас. То, что раньше переводили, и стемнело в 4, сейчас в 5. Лишний час. Встал, работал, занимался спортом, бегал, прыгал. Все хорошо, все здорово. Не знаю, что там, пускай разбираются сами в этой Госдуме. Я не знаю. Для нас это вполне приемлемо. Сегодня, можно сказать, мы выспались, с хорошим настроением пришли на учебу. Вполне замечательно. Ну, разницу вот сказали, что летом не будут переводить, да? Но вот потом уже будет ясно, хорошо это или плохо. А сейчас замечательно? Положительно. В чем преимущество? Я, например, в деревне живу. Остается времени светло за скотиной ухаживать. Работа по двору, по огороду. Я это приветствую. Лишний час поспать не удается, но все же вот домашними хлопотами укладывается как раз нормально. Светлое время суток. Перевод часов на долгожданное зимнее время, без которого россияне жили вот уже 3 года, произошел ровно в 2 часа ночи с субботы на воскресенье. Это уже 3-я по счету попытка парламентария вернуть время назад. Сейчас московское время стало равным всемирному координированному. Перевод стрелок в октябре 2014 года стал последним. Закон о зимнем времени запрещает сезонный перевод часов. Кстати, стрелки впервые перевели на час вперед летом и на час назад зимой в Великобритании в 1908 году. В целях экономии энергетических ресурсов. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира. Режим перевода часов применяется на всех широтах, от Канады до Австралии. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.